Офицеры тайской дорожной полиции должны уметь справиться с любой непредвиденной ситуацией, в том числе принять роды у не успевшей доехать до роддома женщины. Так считают власти Бангкока. С этой целью для стражи порядка организовали специальные обучающие курсы. Полицейские учатся не просто принимать роды в экстремальных условиях, например, в лодке во время наводнения, но и тому, что потом нужно сделать с малышом, чтобы обеспечить безопасность его здоровья. К примеру, как освобождать рот младенца от жидкости. После занятий стражи порядка говорят, что теперь еще больше уверены в своей способности помогать людям. Я работаю на улице. Я почти ежедневно слышу по полицейской радиосвязи о беременных женщинах, которые едут в больницу. Раньше я не осмелился бы принимать роды, но после обучения я уверен, что смогу это сделать. Уверены в способности полицейских оказать квалифицированную помощь роженице и медицинские работники. Они учатся принимать ребенка в соответствии с медицинскими стандартами, потому что на дороге не всегда могут оказаться медики. Теперь мы можем положиться на дорожных полицейских. Они всегда присутствуют на дороге и имеют должные знания и аптечки, чтобы помочь людям. После обучения каждый полицейский получает специальную аптечку, в которой есть перчатки, стерильное полотенце и другие необходимые вещи. На дорогах Бангкока очень много машин, и роды в дорожных условиях здесь явление достаточно распространенное.